мне было чертовски больно. Это было действительно больно финансово, морально. И эта боль позволила понять, каждый раз, заходя в бизнес, сначала разберись с позицией, с контекстом. Разберись с тем, каков рынок, в котором ты играешь. Что ты можешь сделать в этом рынке почему это будет затребовано. Не бывает малых предпринимателей. Бывают маленькие рынки. Выбрал рынок, выбрал судьбу. Нам с детства говорят очевидные, простые, базовые истины. Чисти зубы, занимайся спортом, кушай полезную еду. В бизнесе тоже есть такие базовые, очевидные, прописные истины. Люби своего клиента, нанимай людей сильнее себя, следи за кассовыми остатками. Они настолько очевидные, что э, мы не слышим их глубины. За 20 лет я прошел путь от основателя небольшого ивент-агентства в Питере до руководителя образовательного холдинга, входящего в топ-20 самых дорогих компаний Рунета с оценкой в 70 с лишним миллионов долларов. Я построил еще десяток бизнесов примерно между этими двумя поинтами за эти 20 лет и наделал массу ошибок. Знаете, как бывает: тебе говорят, как нужно но ты думаешь, что есть путь получше. Есть обходной какой-то маневр, и пробуешь по-своему. Пробуешь раз, другой, не получается, пробуешь пятый, десятый, и в итоге постепенно приходишь к какому-то набору собственных правил, подходов, которые двигают тебя в направлении успеха. Я тоже так сделал. И когда я проанализировал, что, собственно говоря, за правила, которым я руководствуюсь, выстраивая свои бизнесы и развивая компанию, которую я руковожу сегодня, которая много лет растет и становится все больше, мне стало чертовски обидно, потому что я понял, что это и были те самые прописные истины, которые мне говорили 15-20 лет назад. Только сейчас я понимаю по-другому степени глубины. Я по-другому осознаю, как именно они применяются. Я расскажу сегодня вам несколько историй, которые, собственно, позволили мне по моему пути осознать важность этих истин и их глубину, в надежде на то, что вот в этом непричесанном, таком простом виде, это позволит вам, пройдя вместе со мной этот путь, почувствовать глубину и логику этих базовых истин. И, возможно, если вы пойдете своим путем. предпринимателя, сэкономить время, деньги и построить, дай бог, свои многомиллионные компании. И так все начиналось 20 лет назад, когда я жил в Питере. Мы э, закончили институт с приятелями, я заканчивал театральный, так получилось, у меня очень непрофильное для предпринимателя образования. И э, знаете, кстати говоря, как э, начинаются первые бизнесы у подавляющего большинства предпринимателей? Как э, они их открывают? Случайно. Это ответ 90% случаев. Бизнес появляется случайно, это ситуативно. Так вот вынесло. Знакомый предложил, там у родителей были какие-то возможности, есть что-то. Вот так же мы случайно открыли свое ивент-агентство. Поскольку мы учили делать шоу, мы подумали, почему, собственно говоря, не поделать это в коммерческом варианте. Мы не посмотрели на рынок, мы не посмотрели на конкурентный ряд, мы не проанализировали емкость этого рынка, просто двинули вперед. Надо признать, что было весело. И вот бизнес вообще очень веселое такое мероприятие, веселая история. Артисты, фейерверки, звезды эстрады, то там вместо концертной аппаратуры на 20 киловатт на сцене будет поставлена домашняя акустика, которой, конечно, не хватает по уровню звука, то здесь на концерте ветеранов вместо ансамбля народной песни на сцену выходит ротический шоу-балет. В общем, весело. Всем был хороший тот бизнес, кроме одного. Он, собственно, бизнесом не был это была самозанятость. В этом нет ничего плохого, но самозанятость – это не бизнес. Денег, клиентов, заказов на рынке хватало ровно настолько, чтобы кормить нас, нашу небольшую конторку еще, там 3-4 таких же небольших компаний, которые также подвязывались в подобной розы рынке. Напомню, что это, кроме всего, еще начало 2000-х, когда ивент-бизнес только-только начинался в России. Я понял, что не готов до старости ездить с коробкой фейерверков в багажнике Тани Булановой, Булановым на заднем сидении, и продал свою долю в агентстве, продал квартиру в Петербурге и уехал в Германию посмотреть, как там устроена жизнь и как там делается бизнес. Мне было просто интересно. И так получилось, что появилась такая возможность. У меня там давно жили родственники. Это тот момент в истории, когда мне хотелось бы сказать, что с тех пор вот осознав историю с агентством, я всегда, заходя в новый бизнес, обязательно смотрел на размер рынка, на емкость этого рынка, на конкурентный ряд. Я делал предположение о том, как именно я смогу построить в этом рынке конкурентоспособный продукт. Хотелось бы это сказать, но я это не скажу, потому что было бы лукавством. Довольно скоро в Германии я ввязался в авантюру с продажей умных домов. 2005 год, оказалось, что вот-вот все будут жить в умных домах. Сейчас 2019, вы догадываетесь, чем эта история завершилась. Я довольно неумно потерял все, что заработал на продаже доли в агентстве, квартиры и вообще все, что было. Тогда мне было чертовски больно. Это было действительно больно финансово, морально. И эта боль позволила понять, каждый раз, заходя в бизнес, сначала разберитесь с позицией, с контекстом. Разберись с тем, каков рынок, в котором ты играешь, что ты можешь делать в этом рынке и почему это будет затребовано, какой конкурентный ряд у этого рынка и так далее. То есть я понял эту базовую истину глубоко и хорошо. Я понял, что не бывает малых предпринимателей. Бывают маленькие рынки. Выбрал рынок, выбрал судьбу. Ну, вернемся к истории. 2005 год, я потерял все. Я в Германии, денег нет, на мне две маленькие дочки, жена, помочь некому, знакомых нет, родственников, которые могли бы дать деньги тоже нет. Ситуация, скажем так, себе, и права на ошибку тоже нет. Поэтому я очень крепко задумался о том, чем заниматься дальше, и выбирая следующий бизнес, а для меня это было важно, что это будет именно бизнес, я не умел работать по найму и не умею до сих пор, я очень внимательно выполнял правило номер один который впитал тогда э, на предыдущих двух фейлах. Я взглянул на круг, э, что могу делать, чисто, что я в Германии, э, то, что я скорее буду работать удаленно, о том, что здесь я еще довольно плохо знаю язык и ситуацию. Я э, выбрал э, предварительно рынок онлайна. То есть у меня были некоторые навыки диджитал маркетолога, продукт-менеджера, э, поскольку я несколько раз строил и перестраивал корпоративный сайт агентства, и таким образом набил руку на этом. А это было время какого зарождения, такие были молодые Яндекс, уже довольно зрелые, но все еще очень молодой в сравнении с сегодняшним Google и так далее. И ну было видно, что рынок действительно огромен, в нем много возможностей, у меня есть для этого определенные скиллы, то есть кажется все вот ложится. Однако нет права на ошибку, что нужно делать еще для того, чтобы ну, максимально уверенно с минимальным риском заходить все. Как вы думаете? Отвечу. В идеале нужно иметь машину времени и способность гнуть в будущее. Но если по-другому, нужно воспитывать в себе качество стратега-визионера, который понимает, как развивается мир вокруг, экономика, общество, куда идут технологии и как именно это повлияет на твой рынок и твой продукт. В практическом смысле это означает то, что вам нужно много читать, смотреть вокруг, анализировать, пытаться понять, как вещи между собой связаны, и, собственно, я этим заценился. Посмотрев так, я убедился, что действительно рынок не только большой уже сейчас, но еще и будет развиваться и расти, и даже тогда было сложно понять, насколько. То есть было понятно, что много, но вот не ожидалось того, что будет сейчас. По крайней мере, я не мог этого ожидать и построил несколько, опуская подробности, за несколько лет построил несколько онлайн Проектов. Это были такие познавательные журналы преимущественно. Их было несколько. В итоге, в лучшие времена, там в пике, в сутки было порядка полумиллиона человек, посетителей, что было для тех времен, да и сейчас, наверное, очень неплохой трафик. Это позволяло неплохо его монетизировать в рекламной модели. И в общем, в итоге я добился главного, да? то есть я обеспечил свою семью и некоторую стабильность, что было критически важно для меня. И бизнес потихонечку рос, там, потихонечку на 2, 10, 20, максимум 30%. Но в чем проблема практически любого предпринимателя? В том, что он не удовлетворяется имеющимся результатом, константой. И уже хотелось большего. Хотелось какого-то взрывного роста, хотелось больших успехов и достижений. И я снова взялся за вот эту самую попытку прозреть будущее. Читать э, западные блоги, аналитические исследования, анализы рынков и так далее. И э, в итоге нашел, увидел, что сейчас есть возможность в России для зарождающегося поля различных социальных сервисов. Это был 2006-2007 год. И э, как грибы после дождя росли всякие блок-агрегаторы – если помните различные рекомендательные сервисы, многие из них потом благополучно э, скончались. И э, взвесив разные конструкции, и, имея в виду свои возможности, ограниченное количество денег, которое я мог инвестировать в это дело, я выбрал построение так называемых сервисов социальных закладок. Сейчас, возможно, уже не помнить, что это такое. Од было время, когда это был один из самых массовых сервисов по посещаемости со социальными сетями. Я построил проект, назывался Memory.ru, сейчас уже не важно, потому что он канул в РБК внутри холдинга. Я его строил два месяца. Через три месяца после того, как он был построен, у меня было несколько предложений о покупке. Я вложил в него 5000 долларов. И в итоге выбрал предложение РБК, Росбизнес консалтинга, и продал за несколько сот тысяч долларов. По сути дела, это была премия за способность предвидеть будущее. Вот премия за вот это вот длинный горизонт мышления и качество стратега-визионера в том виде, как я сумел это себе развить. Итак, мы понимаем рынок, мы стремимся предвидеть его развитие, то есть э, стремимся, учимся быть стратегом. Какое следующее качество, следующий навык предпринимателя э, вы поставили на, на третье место? Еще одна прописная истина. Когда я, я много общаюсь с предпринимателями, в принципе, у меня искажение в том, что я практически исключительно общаюсь с ними, с своими приятелями, и много беру интервью в рамках YouTube-канала, до этого еще в рамках аудиоподкаста. Это сотни разговоров с людьми, которые руководят разными проектами и руководили. И если резюмировать, то подавляющее большинство из них сходится в одном. Главное качество предпринимателя упертость, упрямство, настойчивость, то есть некая способность идти вперед, несмотря на возникающие, возникающие сложности. Более того, есть хорошая на тему фраза, я пробую воспроизвести по памяти, то, что решает настойчивость. Не талант. Есть огромное количество нереализованных талантов. Вы их сами встречали. Даже не гениальность. Вот, нереализованная гениальность – это просто притча в языцах. Нехорошее образование решает настойчивость. способность бить в одну точку. И э, я это не раз э, на своем опыте э, испытывал. Одним из примеров, который могу привести, был начало онтологии. 2011 год, теплая весна. Э, Юля, мой будущий партнер, кстати говоря, будущая супруга, э, мечтает уйти из найма в собственный бизнес. Она интернет маркетолог она любит учиться и учить, и э, она начинает делать семинары по тренд-мартингу. Довольно незатейливо. И, кстати говоря, абсолютно точно так же, как вот это было у меня в свое время. То есть, переход в самозанятость, по первому, что приходит вот на ум? Без разбора того, как это может развиваться и масштабироваться как бизнес. Это неплохо, это просто данность. Но в этом просто могут быть заложены определенные подводные мины, как я уже говорил. Я ухаживал тогда за Юлей, и если бы мой рассказ был романтической повестью, это бы звучало примерно так, то, что вместе с антологией росли наши отношения, отношения переросли в семью, мы растим маленького сына, антология в образовательный холдинг, и мы планируем еще бизнесы и детей. Но сейчас не об этом. Тогда я взялся помогать Юле разбираться с онтологией и выстраивать из этого хозяйства что-то более-менее похожее на бизнес, масштабируемое, и имеющее возможность работать без ее или моего активного участия. Мы начали с того, что мы расширили линейку продукта да, самый такой логичный путь. Расширили линейку, но, как и прежде, мы остались в динамическом ноле вот у нас выросли, выросла выручка, но выросли и расходы. Выросла команда, выросли различные инфраструктурные задачи. Динамический ноль. Мы несколько месяцев еще ковырялись, расширили линейку до корпоративных семинаров. То есть стали делать не только на открытом рынке для B2C публики, но и для B2B. По-разному пробовали, по-разному выстраивали. Кое-что получилось, выросла выручка, динамический ноль с точки зрения прибыли. Выросла команда, мы стали строить корпоративные университеты. Пробовали по-разному, опять-таки, это целая история, потому как к этому подготовиться, динамически ноль. Вот таких вариантов подходов было еще, наверное, десяток за несколько лет. И команда выросла, выручка выросла, но вот с то, какими силами это далось, не передать. И я даже стал подумывать о том, что вообще дело плохо, и фигово, я предприниматель, если не могу нормально вывести бизнес в состояние нормальной работоспособности. И вспомню, как мама мне, как и многим из вас, э, говорила в детстве у тебя, очень, хороший, очень хороший потенциал. И подумал о том, что э, вот есть люди с потенциалом, а есть те, у кого получилось. И это, похоже, две разные группы. Хочется быть в той, у которых получилось. Предприниматель в процессе достижения цели находится в двух режимах. Я так называю это режим терминатора и режим философа. 90%, конечно, это режим терминатора. То есть это... Вижу цель, не вижу препятствия, пробиваются головой стены, порой даже не замечая этого. В этом, собственно, есть одна из, одна из суперсил предпринимателя, с, ну, по крайней мере, в его классическом виде. Но порой возникает необходимость остановиться и задуматься, а то ли я делаю. И да, наступает время для три замыслия того, что я отнес на четвертое место этого условного рейтинга важнейших качеств предпринимателя. Три замыслия – это такой, э, такая форма раздвоения личности для предпринимателя, э, когда он, с одной стороны, оставаясь тем же самым фанатиком, убежденным в своей правоте, несмотря на то, что говорят близкие, родные, люди вокруг, он тотально убежден, он начинает все ставить под сомнение. А это как? А это что? Включается э, как явно, так и неявно инструментарий. Каздевы, общение с э, пользователями. В общем, все ставится под сомнение. Мы так и сделали. И э, ну, до, до этого, правда, по, предваряла некая очень драматическая история, когда я подарил э, Юле э, поездку в Сингапур. И мы сидели на... Каком-то 20 этаже шикарного отеля Мария Бессенс, если кто знает отель с бассейном на крыше, шикарное место, с удивительным видом совершенно. Перед Новым годом Юля с таким пустым взглядом говорила мне: Я больше не могу работать 16 часов в сутки, 7 дней в неделю, пора закрываться. Это очень контрастировало с тем прекрасным видом, который был вокруг. И я сказал: во-первых, Окей, значит, тогда давайте я заменю я был не готов сдаваться. Это вот снова качество номер три. И засел снова за аналитику, за исследование, за поиск решений. И вот стал это трезвомыслие, плюс качество визионера включает на полную катушку, понимая, что вот у меня за спиной уже команда из нескольких, ну, пара десятков человек, бизнес, который как-то идет, но он требует какого-то другого движения, какого-то другого толчка. Посмотрев вокруг, я увидел, что потихонечку рождается тренд на онлайн-образование. В России еще этого не было, а в США это было довольно заметно уже. И вот так, опять-таки, поисследовав, поразмышляв, я принял решение о том, чтобы все зарезать. Фактически остался только бренд, натология, и осталась сфера обучения диджитал профессиям. Все остальное, десятки семинаров, масса методичек, все это было к чертовой матери порезано. И было сделано две онлайн-программы, по обучению базовым навыкам диджитал-профессии. Это был, кажется, интернет-маркетолог и SMM-менеджер. На 2-3 месяца, в отличие от 4-5-дневных семинаров, таким образом было убито сразу несколько зайцев. То есть была упрощена логистика продаж. Гораздо проще продавать э, мероприятия, которые проходят раз в 3 месяца, нежели которые э, проходят раз в 3-4 дня. Был резко увеличен чек, была расширена география. Ну, то есть было сделано все достаточно разумно, что, собственно говоря, показала практика. Мы начали расти. Опуская подробности, после этого было еще масса экспериментов, удач, неудач, несколько инвестиционных раундов, мы привлекли больше 10 миллионов долларов совокупно, были слияния, в итоге вот Наталья Группа стала холдингом, и у нас внутри 12 направлений бизнеса три бренда, и мы много работаем не только с диджитал-профессиями, но и со школьниками, школьными учителями, специалистами в области онлайн-образования и так далее. Все это годы мы росли, удваиваясь. Что для стартапа такая некая хорошая санитарная норма – удвоение выручки год к году. Но вдруг, не так давно, несколько лет назад, мы стали притормаживать в росте. Это было время для того, чтобы обнаружить важность пятого навыка предпринимателя – один мой знакомый э, говорит, хороший продукт сам себя продаст. Да, но не в этой жизни. Когда мы недавно общались с Даней Шулейкой, это новый гендиректор Яндекс Такси, он рассказывал о том, что еще недавно, ну, лет 7-8 назад, э, в Яндексе э, топ-менеджмент, э, слово «маркетинг» для топ-менеджмента был ругательным. Когда Google стал увеличивать активное э, засилие на рынке России, все быстро переобулись. И маркетинг, продажи, конверсии стал совершенно нормальным, более того, ежедневным словом, потому что нужно было бороться за свой рынок и отстаивать свой продукт. Современный бизнес невозможен э, вне контекста связки продукт плюс маркетинг, продажи. Это некое такое единство, которое вообще часто и э, развести невозможно. Где там заканчивается продукт и где начинаются маркетинг и продажи. Другой мой знакомый, который работает в финансовом консалтинге, рассказывал удивительную вещь. Он говорит, что мы обнаружили анализируя разные сферы, что в каждой отрасли, в каждой нише есть группа компаний, такая вот общая, ну как в велогонке такой, общий пилотон. И есть группа лидеров, они в довольно защитном отрыве. Их гораздо меньше, там 5-10%, может быть, меньше. Как вы думаете, что отличает группу лидеров от основного пилотона? Первое лицо, этой компании, этих компаний, в ежедневном режиме вовлечено в маркетинг и продажи. Только это. Это критически важно для сегодняшнего бизнеса. Осознав это... Несколько лет назад мы поняли, что нужно строить конвейер, и начали это делать. И э, каждый разговор э, фактически начинаться с того, а как мы это будем маркетировать, а какой конкурентный ряд и почему э, наш продукт будет лучше, о том, как выглядит твоя воронка, о том, какие конверсии на каждом этапе и так далее. Мы строили, перестраивали отделы продаж. Сейчас на TalkGuru работает больше сотни человек в партии э, продажах и маркетинге. Мы э, постоянно искали новые и новые способы сделать наш маркетинг продаж эффективнее. Ну и в итоге, собственно говоря, убедились в том, что это критически важная компонента, которая и дает возможность вашему продукту в связке с маркетинговыми продажами развиваться, двигаться, а главное, продолжать рост в условиях масштабируемого бизнеса, когда уже рынок тебя не подталкивает. Пока ты маленький, рынок тебя просто подталкивает, если он растущий сам по себе. А вот дальше это уже невозможно. Это все. На этом слайде все пять тезисов, которые я только что пересказал, иллюстрирую своими историями. На сайте MS Notology книги, которые я рекомендую предпринимателю почитать, какие-то решения кругозора, какие-то для выработки базовых хардскиллов управленца. Там же, кстати, есть ссылки на бесплатные курсы натологии для того, чтобы осваивать бизнес Digital и кое-какие еще небольшие приятные вещи. Конечно, базовых этих правил не пять, их больше. Uh, о них пишут в умных книгах, о них uh, там, я пишу кстати, в Инстаграме, подписывайтесь. Но uh, если даже вы осмыслите и внедрите в свой бизнес эти пять, это уже будет огромным прорывом. У вас есть выбор. Сейчас послушать, кивнуть. И пойти дальше, как сделал я в свое время путем проб и ошибок. В этом пути есть, кстати, свои плюсы большие, потому что по его движению вы сделаете массу таких других дополнительных открытий, неожиданных достаточно. Либо осмыслить это все, понять, как это применимо в вашем бизнесе или в вашем будущем бизнесе, углубиться в те темы, которые вы знаете хуже, и сэкономить время. Срезать путь, сэкономить время и деньги. Таким образом, придя к возможно более высокой или просто к цели или придя к этой цели более э, или придя к цели быстрее. В любом случае желаю вам удачи.